Приветствую вас, друзья! Несколько дней назад у меня на канале выходил обзор молодого дефляционного токена под названием BullDoge. Данный токен сейчас находится на стадии разработки, а это значит, что мы с вами еще успеваем попасть на его предварительную распродажу и тем самым стать его первыми инвесторами, получив с этого максимальную прибыль. Но для начала кратко напомню, что BullDoge – это благотворительный проект, работающий на базе Binance Smart Chain, в основе которого находится дефляционный токен с налогом. Размер налога в BullDoge составляет 12% и распределяется он на три части. 7% используется для автоматического распределения среди держателей, 3% автоматически блокируется в пуле ликвидности на бирже PancakeSwap. А еще 2% токенов наполняют специальный благотворительный кошелек, средства с которого будут жертвоваться на помощь животным. Причем 7% на автостейкинг – это довольно необычный показатель, ведь обычно подобные дефляционные токены выделяют под эту функцию лишь небольшую часть налога, а в BullDoge можно будет мощно зарабатывать на пассиве, просто храня токены на своем кошельке. Сами же токены BullDoge можно будет купить 29 июля в ходе предварительной распродажи, которая будет проходить на сайте DXL. DXL – это не лаунчпад, а просто сервис по проведению распродаж. Поэтому покупать токены тут могут все желающие. И для этого даже не нужно холдить у себя на кошельке токены самой платформы. Конкретно в случае с BullDoge софткап распродажи составляет 150 BNB. А хардкап 300 BNB. Суммы довольно небольшие, поэтому наверняка распродажа завершится очень быстро, может даже за несколько минут. Что касается лимитов, то минимальная сумма покупки составляет 0,1 BNB, а максимальная 3 BNB. Цена же на покупку составляет 37,5 миллиардов токенов за одну монету BNB. А цена листинга на PancakeSwap будет выше. 30 миллиардов за 1 BNB. Поэтому даже без учета роста цены тут можно будет получить прибыль в 15-20%, если просто слить токены на старте. Тем более, что команда заблокирует в качестве ликвидности 80% от всей суммы, собранной на пресейле. Причем блокировка будет до 2023 года, также через сервис DXL. Так что советую вам присмотреться к данной распродаже, ведь подобные мемкоины хоть и загибаются довольно быстро, но зачастую именно на самом старте приносят своим инвесторам самую большую прибыль в десятки или даже сотни иксов. Однако, разумеется, не стоит забывать о рисках, которые при участии в таких распродажах являются очень высокими. Поэтому разумнее всего будет залетать на небольшую сумму, условный 0,1 BNB, который при нескольких десятках иксов все равно принесут солидную прибыль, а при скаме вы особо ничего и не потеряете. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.